Семинар повышения квалификации имамов Актюбинской области прошел сегодня в одной из библиотек города. Двухдневный семинар под названием «Современный мир» организован региональным управлением по делам религии. В ходе мероприятия поднимались темы понятия религиозности в казахском мировоззрении, особенности веры, современные исламские течения и жамағаты, а также эффективное использование социальных сетей и СММ-основы. В Актюбинской области роль имамов в изучении религии очень большая. Они непрерывно общаются с народом, объясняют основы вероисповедания. И поэтому мы решили провести такой семинар, чтобы священнослужители делились мнениями о том, как доносить информацию. СММ-специалистов также пригласили не случайно. Век технологий, когда вся информация распространяется посредством социальных сетей, им просто необходимо знать, как нужно работать в данном направлении. По окончании мы проведем практическое занятие для того, чтобы закрепить услышанное.